Привет всем! Мы сейчас находимся на Селигере, на одной из небольших красивых речек, которые связывают сеть озер Селигера. На них тоже имеет смысл обратить внимание, потому что не у каждого есть лодки моторные, резиновые, чтобы плавать по большому озеру. А эти связующие озеро речки, они полны рыбы, дружелюбные, красивые, гостеприимные. Давай сюда, Саш. Молодец, вот это вот кусара. Это я под берегом. Это ты на микроджик? Да. Ничего себе. Вот этот, я понимаю, окунь. Ну, сейчас он распушится. Нитки. Опа, пошла. Я. Ух ты, какой большой, Тёмка, молодец. Рыба моей мечты. На что я поймал? Я утяжелил свой непонятный этот, свою снасть. Сделал ее почти что микроджигом. Насадил вот такую вот граммовый грузик. Вот такую вот виброхвостик. Вот, тут все клюют, у всех клюет. И поймал вот такого вот отменного, переотменного окуня. Это было круто. С первого же заброса. Смотрите, с первого же заброса. Размер щуки, размер приманки. Это 11 сантиметров. И тем не менее, она ее схватила. Но она маленькая, мы ей особо не причинили никакого вреда. Поэтому предлагаю ее отпустить. Куда мы пойдем? Давай туда пойдем. Мне кажется, она сейчас быстро придет, все, вот она поплыла, и сразу спряталась вот эти же стражи. Берегите природу, выпускайте малышей и больших мамок щук, которые принесут вот этих вот малышей. Опа. Сошла. Нет, не сошла. Хорошая. Такая же хорошая, как и прежде. Ну, чуть, может быть, потемнее предыдущая. Кидай прямо на сушку. Нормально. О, хорошо. Прямо как раз там сушку. И давай тут, не забывай делать. Так, да. И тут, и тут, и тут. Как не знаю, движение чуть. Дима, у тебя леска прям ложится на воду. Вот она. Давай, крути. Нормально, сам все вытащишь.
Крути, крути, крути. Если она быстро плывет, то ты быстрее крути. Снимай, да, молодец. Вот. Сейчас будем ее отпускать. Поздравляю. Поздравляем, Дим. Аккурат. Это посередине? Да. Отлично. Отлично, молодец. Всех пойманных щук мы отпустили, они были маленькие. За большой, конечно же, нужно ехать на озеро, что мы и сделали. Вот и мы. Первый выезд на Селигере на лодке. Да. Одели все. 30 секунд полет нормальный. Но это уже совсем другая история.